Ну что, мои дорогие строители, смотрим новую серию психонастройки. Вот, видите, веревка. Это на крышу ребята лазят, потому что я им запретил через дом ходить. Я им запретил, они теперь по веревочке лазят. Итак, мои молодые неопытные строители, сегодня мы поговорим о лопатах. Вот смотрите, лопаты. Казалось бы, что на них смотреть-то и что о них можно рассказать? А вот до хрена, что я могу рассказать. Вот смотрите, возьмем штыковую лопату. Вот штыковая лопата, обычная, российская лопата. Она очень замечательная, очень хорошая, но лет 50 назад была. Вот вторая подборка лопата, тоже русского производства. Американского производства. Фискарик, так скажем. Очень хорошая лопатка. Вот смотрите, в чем разница, ребята. Видите, какое здесь штыковое приспособление? Очень здоровое. Его очень удобно копать, оно очень твердое и очень, так сказать, тяжеленькое. Так вот, смотрите, чтобы ямку копать, одну, мне надо вот эту лопатку, всего лишь одну. А чтобы ямку копать в Советском Союзе, надо, блядь, две вот таких лопатки. Так вот, понимаете, в чем разница? С этими ты устанешь очень... Очень устанешь. А вот с этой ты устанешь, но не так сильно, как вот с этими двумя. Так что, подбирайте инструмент, который вам по душе. Если вам нравится копать хреново и устал, и чтоб ручки болели, берите хреновые лопатки. А вообще совочек детский и копайте им. А вот эта лопатка очень хорошая. Вот эти очень хорошие лопатки, но у них ограниченная... сфера применения, так скажем, мои дорогие, молодые, неопытные строители. Так что давайте там херню не выдумывайте, а для этой серии вам хватит. Итак, мои молодые строители, давайте я вам расскажу, зачем нужен шпатель при копке на лопаты. Вот видите, лопата, блядь, и как казалось бы, при чем здесь шпатель? А шпатель при том, смотрите, лайфхак какой. Чтобы не устать на работе и сильно, блядь, руки не болели потом, это специально предназначено для чистки лопаты. Вот смотрите. Вот держать одному неудобненько, но суть вы понимаете, да? Так она будет мягенько втыкаться и легко вам работаться. И ручки не повредите. Так что давайте там, мои дорогие молодые строители, подписывайтесь и ставьте лайки.